Твоя подруга Лесли умерла. Утонула в ручье сегодня утром. Она пыталась покататься на веревке, но та оборвалась. И она ударилась головой. Нет, это... Нет, это не такая веревка. Она не могла оборваться. Но оборвалась. Мне очень жаль, сынок. Нет, ты врешь. Она не умерла, ты все врешь. Но это должно быть место, о котором никто не будет знать. Скажем, волшебное королевство, о котором знаем только мы. Даже не знаю. А как это? Ну, например, единственный способ попасть туда — с помощью этой чудесной веревки. Чудесной веревки? Да. Нужно смотреть. Ты увидишь, только закрой глаза и дай волю своему воображению. По воскресеньям мы ходим в церковь. О, а можно с вами? Тебе не понравится. Да нет, мне интересно. Девчонкам туда нельзя в брюках. У меня есть платье, Джесс. Ты наденешь платье? Вот это зрелище. Нравится? Хм. Это ведь... А тебе какая разница? Я не знаю. Ну, я могу это забрать и купить тебе подешевле. Спасибо. Она любила тебя. Знаешь, у Лесли никогда не было настоящих друзей в старой школе. Мы надеялись, что приехать сюда она сможет. Она сказала, что если не ты. Джесс, ты самый лучший друг, который у нее был. Спасибо тебе за это. Я не был с ней рядом. Это все моя вина. Ты ни в чем не виноват, сынок. Это ужасная беда. Не должно было этого произойти. Но это не твоя вина, Джесс.